всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Thank you.
не в посту, а вообще в жизни человека. Потому что сегодня, стоя у гроба, положенным его телом пречистого Господа, несогрешившего, ни единым грехом, как говорит апостол Павел, что Господь был во всем подобен нам, но кроме греха, во всем подобен нам, людям, но не подобен нам во грехе. Он сегодня положен во гроб. И сегодня время подвести итог всему тому посту, который я проводил, который я вел вот эту святую Четыридесятницу. И по большому счету эта неделя это уже было подведение итогов. Но сегодня, стоя у гробницы с Господом, мы должны задаться вопросом, а для чего Господь это делает? Какую милость Он нам являет? И когда мы читаем Писание, недаром сегодня и вчера читалось такое большое количество евангельских отрывков, посвященных событиям погребению, смерти, распятию, мучению Господа. Сегодня мы слышали о том, как, да и вчера, мы слышали о том, как Господь собирает своих учеников на тайную вечерю. Он собирает их ради того, чтобы им передать, по большому счету, всего себя, отдать свое тело и кровь на вкушение нам, грешным людям. И далее